Это моя роль. Подожди. Продюсер звонит. Алло? Да. Главная роль в полном метре? $1000 смена. Хорошо? Я согласен. Актером довольно непросто. Сегодня играешь, а завтра нет. То на пике карьерного роста, то снова в режиме потраченных лет. Первый звонок, надо в туалет. Я, пожалуй, стихи напишу, зная там в глубине души. Мои роли меня найдут. Счастлив вас приветствовать на этом маленьком празднике кинематографа, но в большом зале Дома кино. Очень-очень приятно. А теперь я хочу, чтобы в кинозалах по всей стране, на всех наших сеансах, собиралось не меньше зрителей, чем сегодня в этом зале. Власий Зубов. Отдельное спасибо режиссерам, которые в нас верят. Дают нам шанс продвигаться вверх. Всем спасибо, кто здесь стоит на сцене. Ребята, с вами было очень приятно работать. Здравствуйте, друзья. Мы безумно рады, что мы строили, наконец построили. Как-то верю я, как-то чую, ощущаю дыхание счастья. Темную и светлую сторону было тяжелее сыграть. Ну, светлую, наверное, тяжело играть, потому что ее не надо играть. Я сам светлая сторона. Темную? Да нет, нахмурился и попер. Роли налегке, мы эскептыки. Роли на руке, это не по мне. Маньяк был настолько похож на маньяка, что когда был ужин, я думал, что кушали Женю, ее ребрышки. Я актер, не иначе, везде крутят мой анфас. У нас была такая история, что мы делали пересъем этой сцены. В первой сцене были ребрышки прекрасные, очень вкусные. А тут нам привезли пережаренные. И показалось, что это ребрышки предыдущей жертвы.